«Весна пришла, весне дорогу». Именно с таким жизнеутверждающим призывом встречают некогда политический праздник 1 мая. Для многих это, пожалуй, один из самых долгожданных праздников, ведь для нас, северян, 1 мая – это символ тепла и солнечного света. Кроме этого, начало майских мини-каникул – это череда дней, свободных от рабочей суеты и посвященных исключительно отдыху с родными и друзьями. Однако за этой легкостью стоит целая история. История праздника 1 мая интересная и необычная. Традиции данного торжества берут свое начало в глубине веков. В то время наши предки отмечали праздник, который символизировал начало нового сезона полевых работ, а значит, труда. О нем знали еще в Древней Греции и Древнем Риме. Каждый из этих народов поклонялся богине Майе, покровительнице земледельцев. Ежегодно крестьяне, чтобы задобрить богиню, устраивали массовые торжества. Дата приходилась на 1 мая. В этот день любая работа отменялась. Все праздновали приход нового урожайного сезона. Позже римляне в честь богини Майи назвали и сам месяц. Ритуал, который проводили славяне, назывался «Радоница». Суть праздника 1 мая у славян – уход весенних холодов. В этот день приветствовали богиню Живу, имевшую силу оживлять природу. Весь день 1 мая отводили под отдых. Люди купались в холодной воде, чтобы очиститься, и жгли обрядовые костры на берегах рек. С приходом христианства представители церкви поставили перед собой цель истребить языческие обряды. Поэтому исторические события сделали свое дело и внесли свои поправки. Первый раз мы говорим о первомайских демонстрациях в западных странах. Почему? Потому что в западных странах, европейских странах и конкретно в США, например, мы говорим о том, что там была более развита промышленность. Именно там у нас начинается первее всего формироваться понятие рабочего права, как в законодательном плане и как в бытовом плане. То есть тот новый класс, который появляется в 19 веке, это рабочий класс, пролетариат. В основном это были те крестьяне, которые ушли из деревень в ходе процесса урбанизации, развития промышленности. И в западных странах начинают строиться новые заводы. Рабочие начинают консолидироваться, какие-то профсоюзы, рабочие объединения. И смысл вот этого праздника 1 мая, День солидарности всех трудящихся, мы говорим о том, что рабочие, они вышли на улицу как демонстрация, как манифестация, отстаивать свои какие-то права. 12 апреля 1856 года австралийские работники организовали марш протеста. Тогда фортуна была на их стороне. Цели они добились без кровопролития. 30 лет спустя, в 1886 году, на другом континенте работники США и Канады путем митингов и демонстраций решили также отстаивать свои права. Бастующие добивались ограниченного рабочего дня, установленной зарплаты и социальных гарантий. Каждый город поднял бунт, но центром протестов стал Чикаго. Именно там был открыт массовый огонь, который унес сотни жизней. Такие массовые выступления не остались незамеченными. Конгресс Второго интернационала, который в 1889 году проводился в Париже, решил назвать 1 мая Всемирным днем солидарности трудящихся. Сделано это было в честь рабочих Чикаго, первыми решившимися дать отпор существующему строю. В России промышленность начинает развиваться с конца 19 века. И если сравнивать немецкого рабочего, английского рабочего и того же американского рабочего, то рабочий класс, пролетариат в России, в Российской империи, был самый такой обездоленный, обиженный, бесправный. Рабочие часы доходили до 14 часов без выходных. Страховых, социальных выплат, пенсий, ничего такого не было. И когда человек выходил на забастовки или стачки,
то мы говорим о том, что в Российской империи в начале 20 века могли уволить полностью всех тех людей, которые вышли на манифестации. История первомайского праздника в России начинается с 1890 года, когда мировые коммунисты в первый раз отметили эту дату. Произошло это в Варшаве. Вдохновившись примером американских коллег, действиями поляков, российские рабочие постепенно пришли к мысли о начале акций протестов. Первые массовые демонстрации пролетариата начинаются в 1897 году, когда праздник приобретает политический окрас. Первые крупные первомайские демонстрации у нас начинаются в 10-х годах 20 века. Самое первое известное крупное, крупномасштабное выступление рабочих манифестаций у нас это в городе Харькове. Харьковский. Рабочие вышли на улицу где-то около 20 тысяч человек. Мощная первомайская демонстрация в Харькове отличалась своей смелостью. На ней открыто был выдвинут лозунг «Долой самодержавие». Харьковская маевка стала первым открытым массовым выступлением рабочих в России, в ходе которого было принято решение не выходить на работу и устроить уличную демонстрацию. 20 век – это период, когда не было вообще законодательства, которое охраняло труд и права рабочих, и использовали даже детский труд, который был меньше, оплачивался меньше взрослого человека на 75%. Зарплата была очень мизерная, крестьянин жил лучше, чем рабочий класс. Почему? Потому что рабочие жили в бараках. Женский труд оплачивался очень дешево, он оплачивался в два раза меньше, чем мужская работа. К 1912 году количество представителей пролетариата, участвовавших в майских демонстрациях, достигло 400 тысяч. 1 мая, да, вот мы говорим, это связано, кстати, с историей Якутии очень тесно. Это связано с ленинскими золотыми приисками, где в 1912 году рабочие вышли на забастовки требовать свои права, ну, не только 8-часовой рабочий день, но и там, питание, бытовые условия какие-то. И там было расстреляно где-то около 300 человек. Всего участвовало где-то 600 человек. Рабочих ленинских приисков золотых поддержала вся Российская империя. На ленинских золотых приисках разразился рейдерский конфликт, перешедший в трудовой спор. Из-за вмешательства политиков он перерос в лобовое столкновение бастующих с властями и затем стал инструментом борьбы против российской государственности. И рабочие, они просто выходили на улицу с транспарантами. Лозунги были экономические, социальные, политические. И 1912 год, можно сказать, вот ленинские прииски, это вот первая вспышка, когда рабочие начинают вот отстаивать, и это привело к событиям 1917 года. Трагедия на Лене получила всестороннее освещение. Все пытались докопаться до глубинных причин конфликта, разрешившегося обильным кровопусканием. В историографии той кровавой драмы реальные факты переплелись с политическими спекуляциями. Последние оказались особенно живучи. К 1917 году уже целые миллионы людей шагали по улицам, требуя свержения царской власти. До 1917 года рабочие не могли собираться в какие-то организации, какие-то мероприятия крупные. Им это запрещалось, манифестации запрещались. Если рабочие ходили толпой, они привлекали сразу большое внимание. И чтобы перекрыть свои вот эти манифестации, мероприятия, скажем, да, они это назвали маевками. То есть они выезжали на майские праздники за город, и там агитаторы могли быть, которые объясняли ситуацию, как живет рабочий класс, что надо делать, чтобы улучшить позицию, куда идти, требовать, как требовать. То есть вся политическая обработка рабочего класса рабочими партиями, например, большевиками, меньшевиками, если частью эсеров, например, это проводилось именно вот в пикниках, майских праздниках. Приход большевиков к власти стал важным этапом празднования 1 мая. А история праздника приобрела другой окрас. Изменился и статус этого дня. Теперь дате присвоили звание самого масштабного праздника в Советском Союзе, который обязательно должен был отмечаться всеми жителями страны.
В каждом населенном пункте по улицам шли целые рабочие коллективы, неся в руках плакаты, отражавшие существующую идеологию. А наградой для самых отличившихся становилась возможность участия в главном параде страны, который проходил на Красной площади в столице России. 1 мая, как праздник, у нас начинает праздноваться в России только после Октябрьской революции, а именно в 1918 году. И практически до наших дней 1 мая у нас связан именно вот манифестациями, когда вот практически весь город выходит на улицы с транспарантами, касающиеся остросоциальных проблем каких-то, политических проблем. В принципе, до сих пор мы можем наблюдать в транспарантах вот такие явления. Страна сегодня праздничная площадь. Весенняя, нарядная, огромная. И 1 мая кумачевый росчерк мы видим над ликующей колонной. Нам нужен мир. Пусть всегда будет солнце. Мир, труд, май. Да здравствует День международной солидарности трудящихся 1 мая. Трансформация. Празднование 1 мая у нас меняется с развалом Советского Союза в 90-е годы. Получается такая картина, что население начинает задавать такой вопрос, смысл праздника 1 мая, потому что Советского Союза нет, рабочий класс как таковой он уже не в приоритете, и зачем вот выходить на 1 мая? Когда мы говорим о праздниках, то праздник это ассоциируется прежде всего с выходными. То есть в советское время 1 мая это был день обязательно выходной. Лозунги, призывавшие к действиям против капиталистического уклада, сменили транспаранты, на которых были написаны торжественные поздравления. Люди стали отмечать эту дату в семейном либо дружеском кругу, радуясь законным выходным. Традиционно первый день посвящался парадам, на котором политические речи сменялись поздравлениями. Проводились масштабные шествия, освещаемые телевидением. Кстати, первый телевизионный репортаж демонстрации трудящихся был проведен на Красной площади 1 мая 1956 года. С этого времени праздничные мероприятия на Красной площади ежегодно транслировались центральными телеканалами. Именно так 1 мая или праздник весны и труда постепенно превратился из ежегодного политического митинга в любимое народное торжество. Флажки и воздушные шары – неотъемлемые атрибуты этой даты. Первое настоящее тепло, ощущение магии весны и возможность провести с близкими людьми два дополнительных выходных – вот что символизировал 1 мая для трудового класса Советского Союза. Москва, 1 мая 1976 года. Сегодня сердца и взоры всех людей труда обращены к столице первого в мире социалистического государства. Парадом Советского Союза завидовал весь мир. Люди с удовольствием шли на демонстрации. Каждый трудовой коллектив боролся за лучший транспарант. Сегодня, как и прежде, люди рады этому празднику, и его значение не забыто. Знаменитый лозунг «Мир, труд, май» все еще продолжает звучать в поздравлениях. В современной России 1 мая лишилось политического контекста и отмечается как праздник весны и труда. По всей России, в том числе и Якутии, каждый год навстречу народу с поздравительной речью выходят высокопоставленные чиновники. Якутия еще раз встречает 1 мая большими трудовыми достижениями. После долгой зимы мы сегодня можем заложить фундамент на будущее. Да здравствует 1 мая! Праздник весны и труда! Ура! Дорогие друзья, сегодня десятки тысяч якутян вышли и присоединились к многомиллионным первомайским демонстрациям, которые идут в нашей стране. Мы сегодня славим человека труда. И, пользуясь случаем, я хотел поблагодарить всех жителей нашего города за тот
труд и за тот вклад, который вы вносите в развитие нашего города и нашей республики. В преддверии 1 мая тысячи горожан вышли на субботники и внесли свой вклад в благоустройство города. Это пример нашего единения, нашего объединения во благо развития нашей республики. Кстати, число стран, которые присоединились к празднованию знаменательной даты, равняется 142. Большинство из них отмечают праздник ровно 1 мая, но есть государства, где торжества проводятся в первый понедельник месяца. У каждой страны свои традиции празднования 1 мая. Например, в Греции и Испании в этот день преподносят своим половинкам первые весенние цветы. В Голландии 1 мая – это время проведения фестиваля тюльпанов. На Сицилии все, от мала до велика, в первомайские дни собирают луговые ромашки, которые, по местным поверьям, также приносят счастье. Во Франции это день ландышей. Согласитесь, достаточно романтичное название для праздника. В этот день, в 1561 году, король Карл IX узаконил традицию дарить этот цветок на счастье. В ту пору ландыш был в новинку, и пришел он во Францию из Японии. Кстати, цветок имеет во Франции второе название – полевая лилия. И с этим связана очень интересная история, Женя. 1 мая, известно, это день труда. Но во времена Второй мировой войны этот праздник продолжал отмечаться, однако его символом был красный цветок шиповника. Позже власти решили, что этот цвет какой-то, мягко говоря, не тот. И было принято решение заменить политически неправильные цветы на белый ландыш. Тем более, что лилия считается символом королевской власти. А еще был такой очень красивый обычай. 1 мая рано утром вся молодежь отправлялась в лес собирать ландыши. Вечером начинался праздник с угощениями и обязательными танцами. Приглашая на танец девушку, парень, как правило, дарил как раз таки букет ландыши. Если девушка принимала его букет, то она давала ему ответный букетик. А если нет, то бросала на землю. А иногда подобный обмен соединял людей на долгие-долгие годы. В Германии проводятся масштабные гуляния, ярмарки и веселые танцы. Кроме того, здесь существует прекрасная традиция. Влюбленные молодые люди сажают деревце перед окном своей избранницы. В Финляндии 1 мая – это весенний карнавал студентов. А в ночь с 30 апреля на 1 мая в шведских городах зажигаются гигантские огни, в которых сжигается мусор, копившийся в течение года. После этого наступает пора танцев и веселья. А на утро начинаются различные митинги в поддержку трудового класса. Кстати, нечто подобное можно наблюдать и в Англии, где в первый понедельник мая празднуют так называемый «майский день». Музыканты, жонглеры на ходулях и менестрели создают самую настоящую атмосферу средневекового карнавала. А история весеннего праздника в Англии восходит к древним ритуалам, посвященным земледелию и воскрешению, а также связывающим небо и землю, древу мира, майскому дереву. В майский день в Англии принято устраивать танцы под самим майским деревом, украшенным цветными ленточками. Кстати, нечто подобную картину можно наблюдать у нас в Якутии, когда мы украшаем цветными разноцветными ленточками наше якутское священное дерево. Во многих деревнях в Англии англичане рубят деревья и устанавливают их в самом центре деревни. Деревня как традиционное майское дерево. Еще можно майское дерево заменить обычным столбом, и тогда это становится эпицентром деревенской жизни, где проходят и танцы, и песни, и пляски. Везде организуются всевозможные соревнования, от ловли грязного поросенка до взбивания масла. В ЮАР в День солидарности профсоюзы организуют выставки изделий народного творчества, распродажу товаров, представления самодеятельных и профессиональных музыкальных коллективов. Кстати, к нам в Якутию приехали вот как раз по правую сторону и по левую сторону от нас гости. Правда, не в качестве туристов, как вы могли бы подумать, а в качестве самых настоящих трудящихся. Хейден Кит и Дэрил Коцера. И давайте поинтересуемся, есть ли у них подобный праздник в Африке. Do you have the similar holiday in your country? Yes, we do. It's a very big holiday for the large majority of the people. Да, наш гость говорит, что это большой праздник, и у них есть похожее что-то. How do you celebrate this holiday, the 1st of May?
Well, the 1st of May has certain communistic connotations, and in South Africa it's regarded as Freedom Day. Значит, наш гость отмечает, что это особенный праздник в их стране, и особенно для чернокожих жителей, потому что это символ свободы. Я знаю, что Хейтинг приготовила для наших телезрителей очередной сюрприз. We know that you prepared a special surprise for our music. Калинка, калинка, калинка моя, к саду ягода малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, к саду ягода малинка, малинка моя. С праздником вас, дорогие якутяне! Я считаю, что он не теряет актуальности. Почему? Потому что это связывает историю современности с прошлым, консолидирует народ, население. И 1 мая – это у нас уже традиция, да? Вот первый выход на дачу. В Центральной России мы говорим о том, что 1 мая – это попадает как раз с началом сельскохозяйственных работ. Нам нет преград, ни в море, ни на суше. Нам не страшны ни льды, ни облака. Первое мая – воодушевляющий праздник, который объединяет разные народы и дарит всем светлое весеннее настроение. Празднование совершается в честь возрождающейся природы и расцветающей весны. Зима прошла, а это значит, природа начинает свою новую жизнь. Пусть так будет всегда, ведь радость жизни еще никто не отменял.